кстати, именно сегодня МЧС сообщила об официальном освидетельствовании 3 сезонных переправ в Усть-Илимском районе. Толщина льда там соответствует возможности для проезда автомобильного транспорта грузоподъемностью 3 тонны. Движение открыто через реку Печора между Усть-Ильмой и поселком Синегорье, через реку Цильма между райцентром и селом Нерица. Еще одна ледовая дорога проходит через реку Пижма. Это дорога на село Замежное. На всех участках оборудованы вехи со свежеотражающими элементами, спасательные щиты, дорожные знаки, ограничивающие скорость и грузоподъемность. Всего же на сегодня в республике уже открыто 7 временных переправ, 5 автомобильных и 2 пешеходные. В плане 90.